Я представитель Днепропетровского стрелочного завода, работаю главным энергетиком. Основная продукция нашего предприятия – это стрелочные приводы. Мы крупный потребитель электроэнергии, ну, достаточно крупный, потому что у нас есть сталелитейное производство. На тренинг я приехал для того, чтобы разобраться в новом законодательстве о рынке электроэнергии. Значит, тренинг прошел успешно, очень много узнал нового. Вся информация, которую я услышал, полезная. Теперь надо ее проанализировать и принять определенные решения. Значит, как работать уже в следующем году по закупке электроэнергии и планировать уже с июля месяца вступают в силу новые правила электроэнергии, которые вносят корректировку в договорные отношения, в потребление электроэнергии. Что будет, требования повысились, более качественно надо прогнозировать потребление электроэнергии и более, ну как сказать, тщательно работать с поставщиками электроэнергии. Ну, в принципе, это основные моменты, которые я смог получить за достаточно короткий промежуток времени.